Мы двигаемся по долине Цармат, уже по Швейцарии. И медленно, но уверенно двигаемся, надеюсь, к леднику, который самый большой в Европе. Клаус чуть ниже меня, он на частоте другой сейчас, общается с воздушным пространством. Ну, а я здесь еще ни разу, друзья, не был. Вот сюда Макар телят не гонял. Справа где-то там Маттерхорн, вот где-то вот в этой вот всей системе. Ну, а здесь вот этот самый красивый ледник. Может, мы даже до него долетим, это моя мечта. А долина Цармат заканчивается горой Фока, перевалом Фока, куда я тоже еще никогда в жизни не летал. Тоже, в общем-то, можно сказать, мечта. Так что вот в погоню за мечтой. Похоже, мы встаем на борт, друзья. Над нами дельтапланы. Планер один. Клаус подо мной встал в набор. Он пониже опустился. Чуть-чуть. Но он там на связи был, общался. Пока он на мою частоту... Ой, как хорошо. I'm happy. Unbelievable. Fantastic fly. Как сказать? Высшую степень чего-нибудь. Это великолепно, во, правильно. Это мы однажды катали группу лиц, скажем так, это были там лихие 90-е, мы на тандемах катали группу лиц, и так как бы так помягче сказать, так получилось, ну, можно назвать их альтернативным законом. Так вот, это избитая жизнью группа лиц летала, естественно, там куча всякого оружия вокруг валялась, машинах и так далее. Мы там, конечно, очень боялись катать, но они радовались как дети, вот эти вот истерзанные жизнью люди, у которых там шрамы на морде везде и так далее. И вот они приземляются, один из них приземлился, Миша Борисов был такой наш романтик, он говорит: ну и как вам? Он смотрит на Мишу и говорит: Михаил, это было великолепно. Ну, надо, это как в мультик, да, помните про Остров Сокровищ. Вот примерно что-то из вот такой шайки. Вот это было великолепно. Так вот и я, конечно, сейчас могу сказать, что то, что сейчас происходит, друзья, это великолепно. Просто в глубочайшем восторге. Теоретически, что вам теорию какую-нибудь подавать, ну, просят рассказывать как. Ну как, видите, долина, вот. Вот левая часть этой долины, сейчас вся работает, цепочка облаков, по ней шпарит планера. То есть тут вот долина Цармата, чем хорошо, когда есть погода, она проста, как валенок. Набирай, долети. Так что так. Женевское озеро, к сожалению, я вам уже не покажу. Далеко от него отлетели, но мечтал показать его прямо с вершин хребтов на фоне снега. Маттерхорн вот слева под 90, сейчас вот, да, где-то там торчит. У нас уже четверо. Пока я тут с Клаусом набирал, еще два планера швейцарских присосались. А может, французских, не знаю. Ну, вот видите, как свободно удобно. Ага. Окей, I'm follow you. Выходим. Сейчас, интересно, долетим мы до ледника самого большого в Европе? Друзья, я в таком же предвкушении, как и вы. Я не знаю, долетим или нет. Я надеюсь, I believe. Thank you.
Следующий, друзья, набор в долине Цермат. Вот, я выпал из потока, Клаус протянул вперед. Протянул очень успешно. Мы с ним немножечко по высоте сильно разошлись. Я там обогнал его немножко, а сейчас вот Клаус восстанавливает высоту, разницу. О, вот оно ядро, где было. Я мимо него просохатил. Да, ну так. Неплохой поточек. Сейчас выберемся повыше и пойдем дальше. Я так понимаю, что план Клауса — долететь до того самого знаменитого ледника, самого крупного в Европе, от которого берет начало река Рона. Клаус, похоже, пошел дальше. Окей, I'm follow you. Ох, где-то там впереди, друзья, этот самый большой ледник. И гряда облаков ведет в ту сторону. Я, зная Клауса, почти уверен на 100%, что он туда пойдет. А, соответственно, если пойдет туда я, то я лучше в Аусте приземлюсь, но мы туда долетим. Так что погода бомба, контент огонь. Эй-эй-эй-эй! Стрелка лежит на упоре, друзья, не знаю сколько. Это в метрах в секунду, но какой-то совершенно бешеный поток нашел Клаус. 5,5. Сейчас показывает истребитель 5,8. Ну, интересно, до 6 дотянем. Сейчас, правда, спад был небольшой. В районе 7. Йо! О, под нами другой планер. Да, вот это поточек. Чтобы вы понимали, сколько сейчас? 6 метров в секунду. Это на среднителя. А вы понимаете, да, что заброс он-то побольше. Да. Вот это под нас планер еще один подстроился. Думаю, сейчас Клаус будет скоро выходить. Нет, смотрите-ка, еще виточек. Крайний виток сейчас. Иначе мы в кромку облаков войдем. Ага. Yes, I'm follow you. Вот он, красавец, Клаус. Вот он, мой учитель. Ой, лапочка. Эх. Хе-хе-хе, друзья! Это просто праздник. Это вот этот полет бывает, я не скажу, конечно, раз в жизни, но... И как же хорошо, что я сегодня... Я еще думаю, 7-й день летаем. Думаю, Клаус, ты что, маньяк? Сколько можно? Сколько можно летать? Подумывал я там, не пойти ли мне сегодня огород покопать. Представляете, я бы себя потом просто пристрелил бы. Если бы мы не полетели. Если бы я узнал, что так можно было бы слетать, но не полетел бы. Ну, не огород копать, а воду тянуть. У меня там наверху на моего участка в пещере вода есть. Ее сейчас надо дотянуть до низу. Вот, видите, огородничество. Как огородничество может вредить полетом? Но, дай бог здоровья моей жене. Она, соответственно, как только узнала, что Клаус позвонил, говорит, ну, лети, милый. Тут уже с Клаусом не полететь. Может, только дурак. Вот, поэтому я абсолютно с этим мнением согласен. Клаус, между тем, улетел далеко вперед, потому что я забыл закрылок переставить. Сейчас мы его поддогоним. Ой, двигаемся по долине Цармата. Конец долины Цармата, перевал Фока, до которого я еще ни разу в жизни не летал. Да я, собственно, и сюда-то ни разу в жизни не летал. Поэтому лечу, друзья, радуюсь. Yes, I see. Yeah. Okay, I understand. Да, вот оно. Как здесь все хитро. Не на каждую полосу, друзья, как вы видите, можно приземляться. Не на каждую. Но тут вообще с посадками, конечно, ух, должно быть. Не, на военный аэродром мы не хотим, друзья. Не хотим на военный. Ну, такая погода, что тут хрен приземлишься. Ну, разве что, знаете, как бывает, так летишь-летишь, погода, и потом какие-нибудь эти катаклизмы, там, грозы, еще что. Так, перед нами планер.
Я строго за Клаусом. Ага, вот видно. В потоке стоит, Клаус под него подходит, подныривает. Посмотрим, что будет делать. Надеюсь, что ничего. Ну, сейчас брать ручку на себя ни в коем случае нельзя. Это мы подрежем планер, это будет абсолютная и безоговорочная наглость. А вот сейчас можно, но не нужно. В принципе, у нас с высотой все настолько хорошо, что незачем ничего делать. И мы вот так лавируем по облакам, внимательно следим за тем, что происходит. И достаточно с дикой совершенно скоростью двигаемся в сторону, я так понимаю, самого большого ледника Европы. Ох, как мне хочется на него посмотреть. А у нас в конце вот перевал Фокта я уже вижу. Я вот не понимаю, где этот самый большой, где-то вот впереди самый большой Европы ледник. Будем, друзья, смотреть на него скоро вместе. Я в предвкушении. У меня аж прям слюна капает. Хотя я пить хочу уже. Это из-за того, что я безоговорочно часа уже два, наверное, трындю. Но, знаете, настолько я возбужден, что у меня слюна капает. А у нас, я, видите, по центру кадра внизу полоса проверка бана, та, на которую можно, насколько понял, приземляться. Красивая такая. Вот. А мы двигаемся вперед достаточно бодренько. У нас тут трафик. Да, столько планеров, что тут главное теперь Клауса в этом чехарде планеров не потерять. Уж больно много. Вон он, ледник, похоже, самый большой. Сейчас мы посмотрим. Ох, тяжко мне, друзья. Ох, тяжко мне. Концентрация бешеная. И радость, с одной стороны, и тяжко. Вот. Аэродромчик. Ух, какое все красивое. Вот так, свечку мы сделали. И летим дальше. Держу Клауса в перекрестье прицела. Ух, чихнуть боюсь, как страшно отстать. Слева там не самый большой ледник, какой-то ледничочек, но не знаю. Мы шпарим дальше. Куда Макар телят не гонял. Вот осталась одна полоса справа. И вот дальше автобан идет. И правее автобана еще одна полоса. Как вы видите, с аэродромами здесь все в порядке. С потоками тоже зашибательски все. Слева с парапланами все хорошо. Блин, и парапланы тут, блин, вообще все табунами летает. Планера встречные просто как машины на автобане. Вжинь только. Клаус постоянно сообщает им, типа, глайдер. Я на хвосте уже держусь, никуда от него не ухожу, чтобы, грубо говоря, меньше думать. Что думать мне уже реально тяжело. Ну, не тяжело, но как-то я так уже... Я перевозбужден, друзья. Потому что большое приключение. Я понимаю, что снимаю контент-огонь. Я его совершенно не ожидал. Сверху планер. Клаус сделал свечку. Я сделал свечку. Будем ли мы брать? Будем брать. Закрылок завалить. Ах ты ж тебишки ж ёшкуш. Ох, шкуш, эх. О, кончита полная. Да. Но такие моменты меня немножко встряхивают и успокаивают. Ты понимаешь, что в такую погоду, грубо говоря, приземлиться невозможно, накосячить. Так что, похоже, наш и Фока сегодня, и самый большой ледник. И красота-то какая! Красота, друзья! Это лучший фильм. Лучший фильм, который я снимаю. На вариометре 4,5, но было у нас сегодня 6. Ну, так, плотненько идем. 3,300 кромка здесь. По-моему, мы первый раз... Ну, недавно мы до кромки добрали, но поток кромки... Да, до кромки добирали, вот как раз 6-метровым. Я, видите, путаюсь уже в показаниях. Друзья, это что-то. Да, долина Цармата, конечно, потрясающая. Ну, видите, здесь некоторые говорят, вот, в горах летать просто. Ну, в принципе, да, вот в такую погоду, как сейчас, просто. А представьте, что это немножечко подвыключат. Окей, I'm follow you. И куда-то мы рванули, друзья.
Куда-то мы рванули. Оп! Закрылок. Оп! Вот куда-то туда. Куда-то в интересное место. Эх, красота! Какое-то, друзья, очень интересное место. Клаус что-то сказал, но в шуме ветра я его не расслышал. Эй, торчит какая-то верхушка. Но вы можете эту верхушку найти. Мы думаю, что трек будет от трека. Видите, где она сбоку. Сейчас мы все посмотрим. Мы сейчас подошли под облако, подвернули, нас прет, и мы по дуге куда-то летим. Куда мы летим, я не знаю, но я, конечно, безмерно счастлив. Ой, какая-то гора справа. Какая ты гора, я тебя не знаю. Может, мы на ледник вот этот самый большой летим? Где же, где-то этот ледник должен быть. Как раз самый большой ледник в Европе. Мечта моя, еще не сбывшаяся. Но, Клаус, куда мы летим, родной? Он молчит. По идее, нас должно здесь тянуть со страшной силой. Здесь бы под кромочку, чтобы выше рельефа идти. Так у меня, видите, как рельеф. Так, а склон, ветер справа. Ну, по перегибам этим идем. Здесь уже настоящие скалы, никаких снизу этих самых нету. Как их зовут, прогретых склонов. Просто шпарим и все. Мы куда-то летим в очень интересное место, друзья. Вот как бы это и как раз этим ледником-то и не было. Потому что видите, везде справа горы уже ниже. Какая-то здоровенная вершина впереди. И какое-то интересное место тоже впереди. Батарейки 77%. Дайтесь оно конем, снимаем все. Такое место второй раз в жизни, конечно, попадешь. Но видите, у меня двухместный планер. Мне, чтобы в такое место попасть, это нужно взять вот такой отпуск, потому что с учеником так лететь можно, конечно, но это ученик должен быть с остальными яйцами. И такое все выдержать. Вот такой вот полет. Да и мужество должно хватить лететь в такие. Ну, я теперь-то знаю, теперь-то я сюда и один могу полететь. Клаус научил. Вот, собственно, я бы больше всего мечтал слетать с Клаусом туда, где я еще не был. Вот как раз тот самый вариант. Места, где я еще не был. Ой. Куда-то, куда-то. Такие белые снега. Сказать, что я сейчас подвываю от восторга, это ничего не сказать. Я от восторга хрюкаю, мурчу, журчу. Почета. Да, я даже не знаю, куда мы дальше летим. Зачем Клаус сюда нас завел? Что это за точка? Что это за точка? Что это за место, я не понял, но было красиво. Это явно не тот, не ледник никакой, самый большой в Европе, потому что как-то ледником здесь не пахнет. Но вот куда-то слетали. Вернулись, идем назад, под облака. Не очень понимаю, какой у Клауса план и где ледник.
движемся вперед. Я все равно верю, что нас ждут приключения новые. Очередное видео из серии «Набор в красивом месте». Забрались мы в долинку, перпендикулярную долинке Цармат. И сейчас здесь набираем высоту 3200 у нас. Дошли до конца долины, там оттуда развернулись. Не очень понимаю, какой был у Клауса план. Были в конце долины. Куда он дальше хотел? Может, просто точку ставил? Сейчас мы набираем высоту. Ну, Клаус набирает хорошо, я несколько хуже. Да. Ну так все смотрится фундаментальненько. Мне больше всего интересно, куда мы пойдем дальше. Опять, друзья, мы продолжаем движение к концу этой долины. Только что мы с Клаусом были там, откуда нос планера показывает. Оттуда Клаус развернулся, вернулся к облаку, добрал и снова идет туда. Что мы планируем делать такое интересное, я не понимаю. Ну вот вишу у него на хвосте и жду. Что же мы такое должны сотворить? Ничего не понимаю. Может перепрыгнуть вот туда налево? Но как? Как? Не понимаю. О, друзья, страх вселенский. Посмотрите, что придумал Клаус. Он придумал прыгать через вот этот перевал. Мама ты дорогая. Силы небесные. За что? Клаус, за что? Друзья, у меня очко начинает перекусывать лом. Лома у меня там, правда, нет, но вот я лечу. Страшно, что просто вот кирдык. Но сейчас-то перевал уже лучше смотрится по проходу. Но все равно, понимаете, вот. Ой, как страшно, страшно, страшно. Ну, понятно, что можно отвернуть. Но мы что-то пересекаем, куда-то летим. Камера снимает, снимает. Друзья, вот, наверное, вот это вот как раз ледник будет, чувствую я. Я даже за страху скорость дал слишком большую. Ой, мама дорогая, как же красиво. Похоже оно. Или как-то еще что-то, не знаю, друзья. Что-что? То, что точно ледник, да. Ледяное поле, какое-то поле ледяное. Нет, наверное, все-таки еще не ледник. Но мы этот перевал прошли. Уже красиво само по себе. Фух, да. Я уже думал, что здесь ледник. Тот самый. Супер красивый. А может это он и есть. Черт его знает, друзья. Ледосбор большой. Высота хорошая. Но как-то вот не масштабно. Не так масштабно, как кажется. Ну ладно, летим дальше. Экономим батарейку. Но было страшно. Ой-ой-ой-ой. Двигаемся по вот этой всей долинке. Видите, чем она заканчивается, такими красивыми холмиками. О, Клаус впереди. Подворачивает направо. Да, вот это полет. Какие скалы красивые. Клауса главное не потерять, он теперь поворачивает налево. Вот вам красивые скалы. Вот вам Клаус где-то впереди. Что-то сзади осталось. Я не смотрю, что я вам снимаю, я смотрю на Клауса. Вот он впереди. Да. Сбросил скорость, может там поток. Ах ты ж мама родная. Вот он. Самый большой в Европе ледник. Клаус таки нас туда привел. Ой, друзья, есть, есть. Эгегегегей. Юху. Юху, юху, юху. Юху, греча. Это же просто безумие. Вот он, сбылась мечта идиота. Amazing, Klaus. You were here, sir? No, it's first time in my life. You have found here? No, never, never I be here. Oh, great. First. Да, вот.
Вот он, самый большой ледник в Европе, друзья, вот. Представляете? Клаус думал, что я здесь был. А я здесь не был. Сейчас мы встанем в набор еще с видом на этот ледник. Все. Вот теперь точно. Спасибо, я кончил. Все, жизнь моя прожита не зря. Скажу вам так. Я здесь был. Ну, понятно, что в жизни куча есть других положительных дел всевозможных, но одно из них — слетать вот сюда, на самый большой ледник Европы. Я мечтал это когда-нибудь сделать. В принципе, я многие разы был недалек отсюда. Ну, в принципе, отсюда до Маттерхорна, так километров 50, наверное, каких-нибудь, недалеко. Но, знаете, одно дело, там приходишь на Маттерхорн, а там уже 4 часа дня, вроде как уже и домой пора собираться. Ну, вот сегодня тот самый день. Тот самый день, когда я лишился небывания на самом большом леднике Европы. Ну и вы, друзья, вместе со мной здесь. Слушайте, ну прям вот. И вот во многом, вот я сейчас могу сказать всем зрителям канала большое спасибо. Я вот, кстати, заметили, что я никогда видео не прошу там: ой, подпишитесь на меня, ну пожалуйста. Что я считаю, что так, если контент огонь, погода бомба, что человек сам решит, что да. Так вот, тем, кто все-таки подписался, несмотря на то, что я не просил, вот, но мечтал, скажем так. Конечно, каждый из авторов думает, ну, никто там не мерится количеством подписчиков, но вы знаете, что от этого выдача всякая на Ютубе работает лучше и прочее. Ну, кстати, лучше хорошие подписчики, которые смотрят по-настоящему, ставят лайки, чем, знаете, бывает, там понаберут двоечников всяких. Вот, и хотел-то спасибо сказать, видите, я даже заикаться начинаю, потому что именно вы способствовали тому, что Клаус говорит, Игорь, у нас так много народу смотрит, я уже сегодня это говорил. Я говорю, да, Клаус, так надо же это снимать, надо же делать для них ролики, это же люди, которые мечтают летать, которые будут летать, мы будем летать вместе. Да, говорю, Клаус, так и будет, так и будет, мой учитель. Вот видите, благодаря вам мы здесь, что учитель сегодня взбодрился и меня взбодрил. Просто бомба, просто огонь. Так красиво, друзья, так красиво. Я счастлив. Полная морда. Сейчас полную морду счастья покажу. О! Она до ушей, она. Ну, видите, я в концентрации, потому что вокруг много техники летает, всякие парапланы, и планера, и дельтапланы, и Клаус. И, знаете, осрамить учителя, сделать какую-нибудь каку будет крайне. Вон выше нас планер шурует. Будет крайне неправильно. Тем более в таком, можно сказать, святом месте. Ой, теперь видно, как лавиносбор работает. Ой, как вообще этот сбор всего у ледника работает. Надо снять вам. Открылся вид. Мы набрали буквально чуть-чуть метров. Клауса я догнал. И сейчас попробую крайний виточек отснять вам. Клауса на фоне всего этого великолепия. Видите, как красиво этот теперь ледник смотрится. Мы выше. Вот он, как по нему все летит. Очень любят парапланы на нем фотографироваться. Да вообще все любят. Эх, сейчас бы на него и погонять. Ну, время. Как обычно, время. Надо вообще сюда приехать, приземлиться и полетать вслазь здесь, в этом месте. Так, у нас есть план сделать полет по Альпам. И одна из посадок будет на какой-нибудь местный аэродром, чтобы отсюда взлететь, дунуть. У меня мечта по этому леднику прям прокатиться пузиком. Ну, я не знаю, насколько здесь можно метров низко, но я видел, что кто-то летал низко. Дунуть вообще. Песня. Вот Клауса я обогнал. Как это приятно, как мне спокойно сейчас в небе. Продолжаем движение по долине Сармата в обратную сторону. Фух, да. Курс у нас... Юго-запад, что ли? Ой. Ой, да. Вокруг очень красиво. Идем на высоте сейчас 3300. Шпарим только в путь. Вот вы, кстати, Маттерхорн виден. Вот у нас по центру кадра сейчас. Вот он, Маттерхорнчик. Дублерончик. Сейчас хорошо виден. Ну, видите, от Маттерхорна не так далеко, километров 50 этот ледник. Но вот на эту сторону гор перепрыгнуть, видите, как мы обошли это все через Монблан. А так, в общем-то, не так просто все это обойти по-другому. Поэтому такая сегодня хорошая погода. Так, опять Клауса теряю.
нашел. Вот он, Клаус, чуть ниже летит. Сейчас тенечек под облаком. Как раз удобно вам моторхорн еще раз показать. Вот он, моторхорн. О! Смотрите, видите? Характерная форма. Кублеронистая. Да, и перевалить через эти горы мы, наверное, сейчас не сможем. Может и сможем, сейчас посмотрим. Так-то, в общем-то, скорее всего, под линией Цармата, под этими облаками надо шпарить опять в сторону Монблана. Но это очевидно, здесь как бы хайвей такой. Почему бы по нему не пошпарить? Единственное, что, конечно, очень трафик мощный, то есть планиров просто табунами. То есть постоянно Клаус сообщает право-влево, право-влево. Тебя переходы вам не очень снимаю, но что на переходах? Летим мы, летим. Все, видите, так достаточно спокойно. Шпарим и шпарим, периодически ручкой поигрывая выше-ниже. То есть, ну, наверное... Yes, I see. Yes. Raron. 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 Вот, видите, перекопанная полоса. Клаус показал. Аэродром с перекопанной полосой. Ой, как нас прет. Видите, удачно я прошел. Пока мы там искались на леднике, видите, Клаус просил пониже, а его ученик бестолковый поднялся повыше. И теперь как коршун летит выше, не хочет к учителю спускаться, потому что мне хорошо здесь высоко. Я не хочу вниз. Ой, красота. Так, ладно, будем экономить батарейку. О, кстати, о трафике, вон, видите, встречный прошел. Встречный левее. Сейчас поток станет, возможно. Станет? Нет, не стал. В течение уже 10 минут, друзья, я иду по долине Сармата, не потеряв ни метра. То есть 3200 у меня как была высота, так и есть. Чуть ниже идет Клаус, параллельно мне. Мы вот подмахиваем немножечко под облаками, буквально иногда чуть-чуть тюк, и движемся в единой спирали пока вот от ледника, от которого мы отошли, до сего момента ни единой спирали. Конечно, погода просто сказочная. Просто бомба, бомбище. Ва, вот смотрите, как это выглядит. Раз. Свечечка. Подвесились. И все, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, заправочка. Но не тик-тик-тик у меня неудачно. Видите, Клаус меня обгоняет, вперед идет. Я так, не вовремя ручкой, как обычно, махнул. Сейчас разгоняюсь. Значит, это плохая заправка. Плохое топливо. О, вот. Это хорошее. Стоит лень как пить, да, только я его просвистел на дикой скорости. Клаус внизу встал на гор. Вот подо мной. Перестраиваюсь, к нему подстраиваюсь. Закрылок, ручку на себя. Йо! Да. Оно. Ну вот, это, кстати, то самое место, где набирали 6 метров в секунду. В принципе, Клаус шпарил к этому месту. Знал. Интересно, опять будет 6? Ну, скорее, можем и до 6 не раскрутить, потому что уже почти кромка. 4,2. 5. Кромка облака приближается стремительно. Сейчас как раз учителя буду, наверное, я ждать. Выпущу воздушные тормоза. Да. Ух. Да, в такую погоду, конечно, летать один восторг. Вот учитель вот там. Я сейчас пожестче кручусь, так. Крен сейчас какой-то безумный у меня совершенно. Я просто хочу на контркурс его стать, чтобы видеть его сейчас хорошо. А он хочет ко мне в хвост. Ну, что такое? Что такое? Воздушный бой. С учителем воздушный бой не делают. Интересно, ну да, будем. Мы сейчас увеличиваем скорость. То есть, как это, тактика ожидания такой ситуации. Просто начинаешь наращивать скорость. Запасать энергию в скорость, если не хочешь оказаться на одной высоте. Я с учителем вроде как и хочу, может быть, оказаться на одной высоте, но я... Так мне было хорошо выше. Я чувствую, Клаус это понимает. И идет на переход.
Ой. Okay, stop. I am follow you. Ура! Ура! Ну и теперь мы 100% дошпарим до той долинки, через которую вы видели Женевское озеро. Не знаю, опять мимо Монблана или еще как-нибудь. Ну, в общем-то, наверное, будет... Ой, надо закрылок переставить. Оп. Оп. Сколько времени сейчас посмотрим? 4 часа. Обычно 4 часа я считаю на всяких там моторхорном, точкой разворота домой. Как правило, еще часа... У! Головой фонарь я врезался, друзья. Как подтряхивает. Вон параплан снизу летит. Пропланилистам не холодно. Дубак. Дубака режешь в планере закрытом. Черт, придется мне сбрасывать скорость. Гоняю Клауса. Кромки облаков. Как все тяжело, друзья. Как все непросто. Как все безконечно красиво. Двигаемся в сторону Монблана. Не знаю, как его обходить теперь будем. Потому что погода сильная, медленнее смысла нет. И каждую где-то минуту, полторы, один-два встречных проходит. Просто трафик совершенно безумный. Сегодня, надо понимать, выходной. Вся Швейцария в воздухе, потому что погода бомба. Но я думаю, что из территории Франции немножечко настоящих пилотов прилетает, которым можно летать. Ну, может быть, кому нельзя летать, тот тоже летает. Черт, ну просто безумный трафик. Вот. Прям один, второй, трым. Смотри в оба. Клаус поднялся, тормознулся. Сейчас я. Оп, вот она, дельфина. Заправочка как выглядит в текущий день, когда на 200 шпарим. Я даже закрылок не переставлял на позитив, потому что лень. Разгон. И дальше за учителем шпарим. Опять пресловутые 200. Не удается мне нормально вам приборы показать. Ну, в общем, 200. Продолжаем движение, друзья. С левой стороны. Вот сейчас вы хорошо видите аэродром военный, куда Клаус не советовал приземляться. Говорит, куда угодно, только не сюда. Ну, на самом деле, там действительно можно проблем потом отгрести. То есть, конечно, в безвыходной ситуации лучше приземлиться, чем не приземлиться. Но вот так вот. И очень интересная, кстати, концепция вооруженных сил Швейцарии. Они придерживаются идеи вооруженного нейтралитета. И практически все военнообязанные, они учатся и проходят потом такие круглые один раз в год или два раза, раз в два года и так далее курсы, ну, сборы. И вот на этих сборах они их проходят в таких уже своих привычных подразделениях. В этих подразделениях часто возникает дружба, и там совершенно не важно, кто ты в большом мире. То есть ты можешь быть банкиром каким-нибудь навороченным в большом мире, а в армии ты будешь в этом случае там солдатом. А какой, например, человек разнорабочий в этом случае может быть, например, капитаном. Yes, I'm follow you. Fifty meters below. Окей. Клаус опять меняет частоту. Так вот, совершенно не важно, кто ты в большом мире, важно, кто ты в армии. И дружба в армии, кстати, тоже потом помогает в большом мире. Тот же банкир с удовольствием поможет другу своему разнорабочему. И не потому, что он там на его начальник, допустим, в войсках, а просто потому, что вот они так, такие, очень говорят, ячейки крепкие возникают. То есть концепция такая интересная. Гордятся своей армией швейцарцы. И что еще интересно, у всех дома легкое вооружение. То есть все легкое вооружение. Ну, ты себе сам покупаешь. Окей, I am follow you. О, Клаус запросил пролет военного аэродрома. И мы сейчас его пролетаем на другую сторону. Так, да, получается, на другую сторону долины, потому что сейчас время
более поздняя, и видите, Клаус считает, что эта сторона будет хуже работать. Ну, это даже, кстати, видно. А это лучше. Ну, то, опять же, по ней мы не летали. Интересно. Эй, мы продолжаем.